С днем рождения! С днем рождения! Полина, поздравляем! Ребята, всем привет! С вами я, отец-одиночка Нюхин. И сегодня у моей старшенькой дочки Днюха, представляете? У моей Полиночки, у моей силачки. Ну что, Полина, давай, я тебя уже 100 раз поздравил, подарил тебе подарок, но еще у меня есть одна идея. Я тут видел одну рекламу, и там говорится про одно приложение, у которого очень быстрая доставка всяких вкусняшек. А? Как ты думаешь, стоит попробовать? Так, садимся. Так, ребята, давайте, сейчас попробуем доставку. Давайте, заказывать, что хотите. Так, торт у нас есть, какао есть. Что заказать? Мороженое? Так, кто за мороженое, а? Кто за мороженое? Ну-ка. Я, так, Сёпа, Полина, и я думаю, Лиза тоже, да, Лиза тоже. Хорошо. Так, ага, уже установил, необычно. 5 минут доставка, ничего себе. Окей, заказываю. Так, давай вот, Петя, на, ты закажи. Стёпа? Ну хорошо, давайте Стёпе, а то просто папа маленько уже староват, мало ли что, не то нажмет. Но вот дети мои прям современные, они разбираются. Заказал? Молодчина. Так, ну я что-то сомневаюсь, что там будет прям за 5 минут доставлять все. Давайте-ка пока... пойдемте наверх, а? Пойдемте наверх, что-нибудь такое включим интересное. Какой-нибудь мультик там или фильм. Давай, погнали. Так. Ой, блин. Телек-то сломан. А, у нас же есть компик. Так, Петя, тащи компик. Сейчас на компике включим. Так. Так, Петя тащит компик, а Лиза с Полиной выбирают фильм. Давайте, Полина, ты сегодня у нас именинница, ты выбирай фильмец. Ну, ё-моё, Петь, чё, тебе жалко, что ли? А, да. Блин, я же его забрал, блин, за плохие оценки на месяц. Ой. А, ну у нас есть телефон. Точно. Телефоны сейчас огромные. Так, телефон-то отдай, Стёпа. У тебя мой телефон. Так, давай сюда телефон. Так, ребятки, рамку принесите, пожалуйста, рамку, чтобы поставить. Подставку для рамки. Так. Так, это показывать не будем. Где у нас есть рамка? Давайте сейчас телефон. Туда не заходить! Петя, уходим отсюда. Звонок уже. Кто это к нам пришел? Иду. Иду. Ничего себе. Здрасте. А вы по какому поводу? Вам нужно оплатить уже? Хо, здорово. Так, ну хорошо, так, ну покажите мой товар, я и оплачу. Вам скоро все передадут. Так, слушай меня, пожалуйста, дорогой мой курьер. Когда мне, значит, товар доставят, тогда я оплачу, понял? Вот так вот, да, другой доставщик. Данный документ заполните при получении товара и верните доставщику. Ай, хрен с тобой, все равно это копейки. Вот, так, давайте кредитку просто вобью, и там уже оплатится все хорошо. Давай сюда терминал. Так, вот все. Как мне доставят, тогда списывайте деньги. А пока не доставили, ничего, чтобы там не тратилось. Понятно вам? Все. Пойдемте пока настраивать телефон. Так, погнали. Забавно, блин. Такая компания вроде модная, судя по приложению. А курьеры у них на Жигулях ездят. Хотя, надо же им с чего-то начинать. Да, не будем смеяться. Погнали. Так, ну что, поставили телефон? Где поставили? Здесь? Ну ты даешь, и как мы будем смотреть? Что, на полу что ли сидеть? Не пойдет. Так. Сейчас, на телевизоре тоже не будем ставить. Ищем какой-нибудь диван. Где у нас тут есть диван? А погнали на крышу! Так, сейчас сделаем подставку под телефон. Это что такое? Мало того, что сейчас у нас тут всяких прохожих дофига, еще и вертолет теперь летает. Так, ладно. Ставим здесь, получается, подставку под телек. Вот так вот. Сюда рамочку. И сюда телефон! Где телефон? Че он сюда-то сел? Мужик, это мое место, я там паркуюсь. Я сейчас выйду, блин, разбираться будем. Че? Доставка, говорит? Какая еще доставка? Мороженого? Секундочку, я сейчас спущусь. Так, что за дичь? Так, пойдемте. Не дают мне, блин, спокойно мультики посмотреть. Это что еще за вертолетная доставка? Сейчас посмотрим. Что-то там рек заливается. Ё-моё! Это что за айсберг? Что за нафиг филиал Антарктиды? Охренеть!
Сколько народу сейчас набежало, зевак. Здрасте. Чё? Ну-ка. Это мороженое! Извините, а это вы мне, что ли, привезли? Я не понял, а нафига так много? Так, дети, отошли! Дети, отошли! Это не наше! Я еще не оплачивал ничего. В смысле, столько заказали? Как сколько заказали? Ну-ка... Так, Степа, дай-ка сюда телефон мой! Дай сюда телефон! В смысле, столько? Тут, ё-моё, пингвинов еще не хватает! Так, ваш заказ... 1000 килограмм мороженого?! 1000?! А вы куда? Со счета снято 500 тысяч?! Охренеть! Куда? Заберите это! Блин, ну спасибо, деточки! И что мне теперь с этим делать? Охренеть! Это ж просто... Это просто мороженопокалипсис какой-то! Ё-моё, блин. Оно сейчас растает все, такое пекло. Так. Ребятки, давайте, что будем с этим делать? Быстро придумываем. Кушать? Какой кушать? Нужно как-то избавиться от него. Я предлагаю съесть его по-быстрому. Степа, тебя история с жвачкой ничему не научила, нет? Куда вы это едите? Ё-моё, просто, блин, абзац. Жрут эту гору мороженого. Рекс, тебе сладкое нельзя. Отошел, Рекс, отошел. Ладно, сейчас посмотрим, насколько их хватит. Отошли, отошли от забора. Блин, пришлось, ребята, забор поставить. Ну что, не послушали папу, да? Блин, откапываем. Ё-моё, Лиза, вылазь оттуда. Рекс, и ты, что ли, увяз? Так, давай, давай, пошел, выпрыгивай. Ой, блин, я же тебе сказал, тебе нельзя это. Ё-моё. Так, все, выходим отсюда. И думаем быстрее, сейчас тут нафиг все затопит, оно тает уже. Так, что? Ну, вот такая вот ситуация, потом как-нибудь выйдешь оттуда. Так, ребята, короче, я предлагаю его продать, да. Как видим, тут желающих много. Ну-ка, кто хочет купить? Кто хочет купить? Давайте. Так, ты, ага, уже клиенты есть, но это надо как-то расфасовать. В очередь! Так, вот вам ящик мороженого, получайте, распишитесь. Так, деньги вперед. Как? А, ладно, пофиг. Иди отсюда, не мешайся. Так, вы следующая. Иди отсюда, так. Серега, увиди, пожалуйста, этого мелкого. Держите. Так, это вам. Давайте деньги вперед. Ладно, быстрее только забирайте, пока он не растаял. Давайте все. Сейчас заберусь повыше. Все, забирайте, только унесите, пожалуйста. Унесите, а то нам тут всю почву испортит. Все, забирайте. Да, и деньги даем, не жалеем, хотя бы маленько. Кто сколько может? В смысле с землей? Бери, блин, что дают, бесплатно раздаю. Блин, ребята, капец, всем раздали, уже желающих больше нету, а мороженого еще до хрена. А давайте сделаем объявление. Точно. Так, сейчас сделаем объявление, продаю мороженое по... Продаю мороженого по 10 килограмм. Вот, отлично. Так, вот, все, создал объявление. Сейчас надо маленько подождать. Что? Забанили? Какого хрена, блин? Офигеть! Да как можно не поверить, что у меня есть долбанная гора мороженого? Ё-моё, забанили за фейковое объявление. Охренеть, и что теперь с этим делать? Так, думаем. Уже продавать его не вариант, потому что там реально уже, блин, половина мороженого с землей. Так, ну чё, у кого какие идеи? Давайте, папа слушает внимательно. Листовки. А, да. Да, но все-таки мороженое тогда будем собирать, то, которое повыше, хорошо? Там, где земли нет. Ну вы, блин, находили своими ботинками там, все испачкали уже. Я сказал, слезли оттуда. Хотя сам тоже не лучше, но... Ё-моё, 500 кусков за это отвалил, охренеть. И последнее объявление, готово. Так, дети, вы заполнили? Ну, ребята, вы, конечно, меня, типа, осудите, типа, какого фига, век интернета, ты делаешь бумажное объявление. А что, если меня забанили? Так, все готово, отлично. Берем каждый по пачке документов и идем расклеивать все это добро. Ух, надеюсь, там уж... где мороженое? Ё-моё, дети, оно уже тает! Охренеть! Блин, ну и какой толк теперь от этих листовок? Мы еще полдня их будем расклеивать. Ну хотя бы сейчас здесь где-нибудь. Так, ребята, вот, нате, держите, может, почитайте на досуге. Охренеть!
Сделать из растаявшего мороженого бассейн. А чё, слушай, а идея хорошая. Реально, давайте сделаем бассейн, накроем это все дело. Зимой оно все заново замерзнет, и зимой все это дело будем продавать. Или хотя бы успеем все это расфасовать, а? Мороженое ведь не портится, да? Ведь да? Давайте, короче, так. Нам нужны лопаты, и нам надо все под этим типа выкопать. Ой. Так, Серега, а тебе нужно отогнать гелик, чтобы отсюда выехать на Жигулях, потому что все это место теперь будет занято под бассейн. Да, ребята, бассейн мороженого. Вот это да. О, ребята, всю ночь не спали, делали бассейн, но все-таки его сделали. Давайте сейчас покажу. Что это там Петя делает? Не понял. Секундочку. Петя, ты что творишь? Мороженое, мороженое, мороженое. Офигеть. Ты чё продаёшь-то вообще? Я не понял. Петя, ты объясни, пожалуйста, что тут происходит? Наш бассейн очень посещаем. Что? Многие хотят в нём искупаться? Охренеть. Да, ну, молодец, молодец. Могу только похвалить. Ребята, офигеть. Петя придумал сделать... из нашего хранилища мороженого бассейн, чтобы в нем люди купались за деньги. Офигеть, кто бы сказал, я бы ни за что не подумал, что кто-то согласится за это платить. Да, странная сейчас молодежь пошла. Ладно, главное, что хотя бы маленько денег я верну. А хотя, кто знает, может, еще и заработаю. С вами был отец-одиночка Нюкин. Вот такое сегодня у нас получилось небольшое приключение с доставкой. Но я надеюсь, что вам понравилось. Давайте, ребята, всем пока, до завтра.